хорошая, полезная информация. Вот так вот между двумя отелями Deep Blue Inn и отелем Dream Lagoon, вот выйдите совсем немножко пройти, вот приезжает мужчина в первой половине дня, вот ставит вот свою такую палаточку и продает здесь манго, гранат, ананас. Ну, думаю, скоро начнется клубника, будут, да, скоро будут клубнику. Зачем клубника, да. И в Финике есть тоже клубника. $1 $3. Да, видите, клубнику уже продают, ну, по 3 доллара, но это он еще, честно говоря, немножко загнул цену, потому что клубника должна быть вообще по 1 доллару. Вот. Но здесь продают манго по 3 доллара, это хорошая цена, я вам сразу скажу, нет смысла ехать в городок Марса-Алам, потому что там будет точно такая же цена, и вы еще потратитесь на такси. Вот. И, соответственно, гранат 2 доллара, апельсины 2 доллара, ананас 5 долларов. Поэтому, если хотите поесть манго, вот здесь между двумя отелями проходите, вот, пожалуйста, каждый день. Хорошая цена, договоритесь, возьмете с собой в Россию, на Украину, да, или сами просто себя побалуете здесь. Так что, надеюсь, вам эта информация была полезна.